К другим новостям. В Люберецком дворце культуры состоялась торжественная церемония награждения вчерашних школьников медалями за особые успехи в учении. Наград были удостоены 160 выпускников школ, гимназий и лицеев городского округа Люберцы. Они шли к этому долгих 11 лет, и вот заветная медаль и аттестат с отличием у них в руках. В столь важный и знаменательный день люберецкие выпускники пришли вместе с родителями и учителями. Для них это не менее радостный праздник. Ведь таких высоких результатов в учебе ребятам удалось достичь благодаря поддержке старших наставников. Хочу поблагодарить всех своих учителей, директора, классного руководителя, конечно, родителей, потому что они меня такую вырастили и воспитали такое. Родители что, дома постоянно помогали, и учителей в школе? Что они нас терпели и заставляли, а также вложили в нас много чего хорошего, за что им огромное спасибо. Гордое звание медалист в этом году носит 160 люберецких выпускников. 7 школьников показали наивысшие результаты по сдаче ЕГЭ, набрали 100 баллов. Умников и умниц городского округа поздравил Владимир Ужицкий. Я думаю, что после окончания вузов вы сумеете найти себя в жизни, в том числе на нашей люберецкой земле. Вы об этом помните. Лидерами по количеству отличников стала гимназия номер 1. Золотой фонд учебного заведения пополнился 15 новыми именами. У нас каждый год медалисты. В этом году их получилось больше. Это победители региональных олимпиад. Я желаю всем всегда, всю жизнь учиться и всегда знать, что знаешь, что мало. Надо знать больше, а для этого надо учиться. Сдача ЕГЭ позади, красный аттестат в руках. Но впереди уже бывших школьников еще одно серьезное испытание – поступление в ВУЗ. Пожелания и планы на будущее у медалистов самые разнообразные. Я очень хочу поступить в высшую школу экономики. Я технарь по специальности и больше рассматриваю строительство мостов и тоннелей. Планирую поступать в юридическую академию имени Кутафина. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.